spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале SpinningLine. Сегодня в нашем обзоре представлена серия мультипликаторных катушек от популярной шведской компании Abu-Garcia. Это Revo Tora S, состоящая из 4 моделей. В линейке имеются варианты в 2 размерах, в право или лево руком исполнении. Вес равен 377 либо 396 граммов. Передаточное число одинаково для всех и составляет 5,3 к 1. Давайте поближе рассмотрим экземпляр с индексом 61. Перед нами низкопрофильный мультипликатор, выполненный в черно-белых тонах. Чтобы снизить массу катушки и защитить основные части от коррозии, используется сплав X-Craftic. Внутри расположен надежный механизм с бронзовой шестерней DuraGir. Он обеспечивает необходимую мощность, а также дает возможность работать с тяжелыми приманками и бороться с крупной рыбой. Еще отметим наличие 5 подшипников. 4 из них шариковые, HPCR из нержавеющей стали, и один роликовый, также с защитой от коррозии. Система лесоукладчика с бесконечным винтом является отключаемой и во время заброса остается неподвижной. Для разблокировки шпули нажмите на клавишу, расположенную в задней части. Теперь она свободно вращается и позволяет произвести заброс. После проворачивания ручки механизм возвращается в режим намотки. Металлическая рукоять имеет изогнутый профиль и в данном случае оснащается большим круглым сечением кнобом из EVO с одной стороны и противовесом с другой. На ручках младших моделей устанавливаются 2 прорезиненных кноба. За один оборот выбирается 67 или 75 см шнура. Также предусмотрена система антиреверса. Далее находится звездочка регулировки фрикционного тормоза Carbon Matrix, способного выдерживать максимальные нагрузки до 12 кг. И обратите внимание, фрикцион оснащен специальной системой, создающей щелчки при его использовании. Рядом расположен регулятор осевого тормоза. На противоположной крышке находится переключатель магнитного тормоза MagTrax. С его помощью можно настроить катушку подвеса используемых приманок и увеличить дистанцию заброса. Чтобы снять боковую крышку, нам понадобится открутить и оттянуть в сторону крепежный винт. Благодаря его рифленой головке все делается без использования инструментов. Теперь поворачиваем деталь вверх и аккуратно снимаем. Катушка комплектуется шпулей из авиационного алюминия. У представленной модели ее вес составляет порядка 35 граммов. Лесоемкость, в зависимости от конкретного экземпляра, составляет 190 или 230 метров лески толщиной 0,35 мм. Abu-Garcia Revo Tora S также комплектуется небольшим пузырьком с жидким маслом для проведения регулярного ТО. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале SpinningLine.